вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня я вам расскажу и покажу, как сделать 3D животного и снять с ним видео. Прежде чем мы начнем, лучше посмотрите мой пример. Видео нам понадобится всего лишь одно приложение. У меня это Google. Ну что, погнали? А, стоп. Прежде чем мы начнем, подпишись на меня в Ютубе, на меня в лайке и на меня в Инстаграме. А теперь погнали! А теперь зайдем в лайк. Мое видео. Найдем видео, под которое звук мы снимали. Вот она у меня. Присоединиться. Галерея. И добавляем видео, которое мы сняли. Немного отредактируем, выставим начало и конец так, чтобы наше видео совпадало с музыкой. Нажимаем продолжить и смотрим, совпадают ли наши движения со словами. Если нет, возвращаемся назад и регулируем, чтобы у нас все совпадало. Можно добавить фильтр, если вам нужно. И загрузить видео. Для начала выставим обложку, найдем красивый вид и выставляем обложку. В описании зададим какой-нибудь вопрос, чтобы было не только интересно смотреть, но еще и ответить нужно было и почитать. Поэтому обязательно напишем вопросы и не забываем про хэштеги. Каждый раз выставляем новые хэштеги, которые вам вызывают там лайк. Заходим в Google. В поисковой строке пишем то животное, которое мы хотим выбрать себе. Там есть много животных, но не все. Допустим, тигр. Пролистываем немножко вниз, и у нас есть вот такая картинка. Открыть в 3D. Нажимаем на нее, и появляется вот такое вот окошко, где вы должны сделать то, что вас просят. Провести телефоном вверх-вниз, и появляется наш тигр. Двумя пальчиками, водя по экрану, вы можете сделать его больше или меньше, или сделать в то положение, поставить его в то положение, в которое вам удобно. Вы становитесь возле него, нажимаете вот кнопочку, и можно снимать видео. Звук, к сожалению, здесь не пишется, поэтому вы на другом телефоне включаете музыку и танцуете. После того, как вы сняли видео, наше видео сохраняется в галерею. Теперь можно перейти в галерею и посмотреть все, что мы сняли. Если вас все устраивает, теперь можно зайти в лайк и загрузить это видео под тот звук, под который вы снимали. Очень хорошей девочки, она очень смешная, она очень классная, ребятки. Подпишитесь, пожалуйста, на нее, мне кажется, ей будет очень приятно. А на этом все, ребят, думаю, вам туториал очень понравился, он был вам очень полезен. Поэтому, ребятки, всем пока, всех люблю!